Горы мусора и строительные остатки от старых построек. Долгое время живописный вид на лесные красоты в поселке Усово-Тупик закрывали полуразрушенные сараи. Большое количество, так сказать, их было в разрушенном состоянии. Здесь были пожары, территория не контролировалась. Ну, достаточно такое вот место было сложное в плане таком социальном. В связи с этим от местных жителей неоднократно поступали жалобы. Было принято решение о расчистке территории. Несмотря на то, что владельцы сараев этому не обрадовались, никаких документов они так и не предоставили. Автоматически объекты попали в категорию самовольных построек. Администрация сельского поселения, потом городского округа неоднократно обращалась к тем жителям, которые использовали эти сараи, с тем, чтобы они подтвердили право собственности, принесли какие-то правоустанавливающие документы, которые это право подтверждают. Это на протяжении нескольких лет продолжалось. К сожалению, никто не смог представить таких документов. Следующим этапом станет принятие решений по использованию освободившейся площади. Этот вопрос будет решаться исключительно вместе с жителями, заверил глава округа Андрей Иванов, который проинспектировал ход работ. Дальше план был повесить на каждом подъезде объявление и сказать: жители, что хотите, давайте пообсуждаем и примем решение. Парковку, амбулаторию. Также жители предложили построить здесь дом культуры или разбить небольшой сквер. Уже снесено 76 сараев. В скором времени территория будет выровнена и засыпана грунтом. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».